Вот мы зашли в теплицу, и у нас в теплице еще есть парничок. Здесь у нас роддом, где мы черенкуем растения. Теплица в теплице – это место для растений и деток. Как любые малыши, они требуют внимания. Каждые 4 часа их нужно поливать. А дальше ожидание – примутся ли, пойдут ли в рост. Вот у нас здесь уже корешочки появились. А начинается вот с этого росточка. Я здесь черенкую вегетативные растения, которые выращиваются путем размножения черенков. Вегетативные. Не из семян выращиваются, а из черенков. Любовь Погончикова – руководитель крестьянско-фермерского хозяйства. Цветами занимается 20 лет. И сразу видно, что значит профессионал. Слева череночки, которые посадила она, справа – ее помощница. И растения очень чувствуют. Они даже, я с ними прихожу, разговариваю, я чувствую их на каком-то клеточном уровне. Любовь Владимировна любит рассказывать журналистам, что все ее предпринимательство началось с проданных весной тюльпанов. Сейчас у нее 2 промышленные теплицы, 1,5 гектара земли. Недавно купила трактор. Занимается и овощами. Но про цветы не забывает. Мастер-класс для мужчин. Как выбрать правильный букет для своей любимой. Смотреть надо обязательно на листву, чтобы она была зеленая, да? И чтобы тюльпан не был сильно большой. Сильно большой, вот это вот у нас, вот эта головочка, да? Вот это такая вот оптимальная такая вот для продажи и для качества. Этот тюльпан вырастет уже дома. Дома и будет цвести от 7 дней. Так, здесь у нас вот этот дом, куда мы первый раз первого ребенка принесли. Вот здесь у меня 2 комнаты, которые мы сами пристраивали, строили. Вот. И вот в 2 комнатах у нас уже было 5 человек детей. Любовь – мама 8 детей от 8 до 30 лет. В семейной копилке и красный диплом, и золотые медали. Сейчас этот дом отдан старшему сыну, который планирует здесь ремонт. Между прочим, все старшие дети сами строят свои карьеры. Не с мамой. Сразу скажу, пока не все хотят, даже не хотят со мной работать, потому что я очень ответственно подхожу к своей работе. Я требовательная. Я их отпускаю в свободное плавание. Пожалуйста, ищите себя в жизни. Чувствуете сразу? Весна, да? Каждую неделю Любовь встречает гостей. На этот раз к ней приехали ребята из ближайшей частной школы на мастер-класс по составлению подарочной корзины с цветами. Такой своеобразный урок по флористике. Любовь занимается активной общественной жизнью, ведет страницу в соцсетях, не отказывает журналистам. Я тоже не хочу пиариться, но все равно ко мне все приезжают. Не пиариться, а передавать свой опыт. Любовь Владимировна говорит, что сама начинала без стартового капитала, без богатых родственников, без специального образования. Было желание изменить свою жизнь. Это она и хочет сказать молодым. Не боялись рисковать. В любом бизнесе есть риск. Не боялись унывать, когда будет какое-то огорчение в жизни, потому что много бывает ситуаций, да, в любом бизнесе. Вот. Искали себя в каком-то другом направлении, если не получается в этом. И все-таки в предпринимательстве, кроме умения считать и работать, важно получать удовольствие от своего дела. Это не просто зарабатывание денег, это все-таки радость, когда приходят ко мне клиенты весной, и они постоянно вспоминают: «Люба, как все цвело».